Каждый год у нас круиз по винным стендам, не выходя из павильона. И каждый год меняем маршрут. Да, в этом году начнем на востоке. Вот счастье-то. Спокойно, вначале мы добрее, чем в конце. Алло, ягодка моя, сдается мне, Брюно опять занесло куда-то не туда. Папа, я должен иметь хотя бы неделю отдыха в год. И точка. Ну, поехали в твой винный круиз. Как тебя зовут? Майк. Это что же, как американский трактор? Все в порядке, моя ягодка. У меня одна хорошая новость и одна плохая. Плохо то, что я снова начал пить, и очень хорошо то, что я сблизился с Брюно. Брюно! Не волнуйся, мама, я прослежу, чтобы он не напился. У тебя, небось, от девок отбоя нет, или я ошибся? Женщин хлебом не корми, дай поговорить. Сколько тут благ. Тебе светит работа на полный день. Мне? Пошевелись маленько, а то я тебя не чувствую. Как будто на заднем сиденье сижу. Между прочим, на счетчике 2654 евро. Что до фермы, я едва ли смогу убедить его. Но не будем отчаиваться. Не будем отчаиваться. Брюно, ты славный малый. Чтоб сделать все наоборот, Франсис Кабрель как рыба пьет. Гаяк, доброе винцо. Крепкое, ладное, точь-в-точь, как вы. Вы очень любезны. А вы, как вас зовут? Венера. Я вам дам попробовать пиво ФСЭ 2011-го. И его надо смаковать. Такое вино сразу не распробуешь. Налей еще, и с сестрой меня познакомь.